Друзья мои, всем привет! Вы на канале Секреты Вязания. И сегодня мы с вами свяжем очень классный плюшевый плед. Это мой новый авторский пледик. Фотографии побольше постараюсь вставить вам на экране, чтобы вы посмотрели, какой он во всей красе. С лицевой стороны это вот такие красивенные ромбы, геометрический красивый рисунок. С изнанки это лицевая гладь в основном. Вот так смотрится изнаночная сторона. Легкая геометрия данного узора подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Палитра пряжи очень большая. Вы можете взять или однотонную пряжу. Мы будем вязать из пряжи Alize Puffy Fine. Или можете использовать такую же ниточку, только амбре. С красивыми плавными цветовыми переходами, которые просто будут в таком пледе просто круто будут очень смотреться. Размер пледа напишу на экране. Понадобится 5 моточков данной пряжи. Посмотрите на края пледа. Нету никакой каймы, я не делала никакой обвязки. Поэтому понадобится всего лишь упаковка пряжи и даже немножко останется. Пару метров пряжи останется. По ширине пледа 3 ромба. Раз, два, вот третий. В длину получилось 4 ромба. Раз, два, 3-4. Недавно на канале я делала обзор этой книги «Йокохаты». Пересматривала, когда узоры, вдохновилась вот одним узором. Я его вижу в разных изделиях. Но, конечно же, первым делом решила пледик связать. Просто вот увидела плед этим узором. Будет крутой для мальчиков, для девочек. Смотрите, у кого есть книга, номер узора 28. Это 93-я страница. Вот такой вот он. Если вязать его из тонкой пряжи. И, кстати, друзья, здесь используются в узоре скрещенные петли. Я думаю, вам видно вблизи, да, скрещенные петельки. У кого есть книга, пожалуйста, пользуйтесь данным узором. У кого книги нет, ссылочку на схему оставлю внизу под видео. Можете остановить видео, сделать скриншот. Нам понадобится вот этот раппорт. Далее в мастер-классе мы с вами свяжем каждый ряд вместе данного раппорта. Я вам объясню. Конечно же, кто умеет читать схемы и кто уже такой профессионал в вязании, посмотрит один раз на схему и сам может составить эту схему. Но для новичков и всех, кто еще учится вязать, я вам все покажу. И мы с вами, друзья, все подробно вместе каждую петельку свяжем. Данная схема очень легко запоминается. Так что вы в нее смотреть, я так думаю, не будете, вот как я не смотрела, вязала просто уже после первого аэропорта, запомнила все и дальше связала просто не глядя в схему. Советую вязать без схем, тренировать память и понимать принципы формирования вот этих линий, как они формируются. На схеме показан вот раппорт, темным выделено, и вот первый ряд схемы. Первый ряд пледа на две клеточки ниже, раз, два, вот он. Где только лицевые петли, это первый ряд самого пледа. Вот это первый ряд вяжу, потом второй ряд вяжу. Базовый я его назвала, вот этот второй ряд. И далее третий ряд, на схеме он первый. Третий ряд пледа, это уже вот первый ряд схемы. По схеме получается, если считать с 1 по 16, 16 рядов раппорт высоту. После этого раппорта повторяем опять высоту, еще эти 16 рядов. Еще раз и еще раз. То есть 4 вот таких вот ромба нам нужно вывязать. И далее идем в конце 4 ромба на сужение. И закрываем, покажу, как сделать симметрию. И закроем петельки. В ширину один раппорт занимает 22 петли. Вот это изнаночная петля. Далее лицевая. На схеме лицевые здесь скрещенные. Я провязывала их обычными. Пробовала скрещенными. Можете попробовать весь плед связать именно вот как на схеме со скрещенными петельками. Мне не понравилось, так как рисунок немного теряется. Вот эти пушистость вот этой петли каждой из этой пряжи, она как бы затягивается. И петля получается какая-то более узкая. В общем, я пробовала, мне не понравились эти скрещенные петли из этой пряжи. Поэтому я решила связать их обычными, классические лицевые петельки. Один раппорт составляет 22 петли. Вот это первая петля раппорта, изнаночная. То есть справа у пледа первая петля изнаночная. Вяжем первый раппорт. Далее повторяем его. Вот опять же начало второго раппорта. Вот изнаночная петля. И сюда опять же 22 петли. То есть повторяем этот раппорт еще раз. И еще раз. Три раза повторяем этот раппорт по ширине. И в конце, после третьего раппорта, у нас же здесь будет лицевая петля по схеме. Мы добавляем еще одну изнаночную, чтобы с левой стороны пледа также была изнаночная петелька, то есть симметрия. В начале пледа справа изнаночная петля и в конце слева также изнаночная. Схематически изобразила плед
три раппорта по ширине. Первый раппорт 22 петли, второй 22, как и на схеме показано. И к третьему раппорту мы прибавляем одну петельку для симметрии, изнаночную в конце пледа, с края вот здесь. И получается 23 петли. Всего нужно 67 петель. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм. Тут я выставлю фотографии данного пледа. Вот основная ссылка в моем профиле. Вы можете нажать и увидите список мастер-классов, которые можете приобрести, любой из них. Это пледы, это лапопейса. И по этой ссылочке будут появляться все новые и новые мои мастер-классы, курсы по вязанию. Так что подписывайтесь обязательно на мой профиль. И когда будете выставлять вашу фотографию вот этого пледа в Instagram, например, то отмечайте меня на фото. И самые классные фотографии я выставляю у себя в профиле. Вот, например, девушка вязала плед, и я ее фотографии взяла и поместила у себя в профиле. Смотрите, какие красивые. Это плед «Гармония души». Подсказочка вот. Посмотрите, пожалуйста, кто не видел этот мастер-класс. Сейчас мы с вами начинаем вязать. Как соединять нити из данной пряжи, друзья, я показывала в отдельном мастер-классе. Посмотрите, пожалуйста, по подсказке. Ссылка на схему, еще раз говорю, внизу под видео. И внизу под видео также все полезные ссылочки еще дополнительные. И читайте всю информацию, в общем. Номер цвета вот этого зеленого хаки 03. Я сейчас буду использовать вот этот красивенный бирюзовый цвет, который мы использовали для вязания пледа «Глубина». Большущий такой плед 2×2,20. Подсказочка вот. Посмотрите мастер-класс по нему. Для пледа нужно 67 петель. Вы отсчитываете 67. И вот эту самую первую вы разрезаете. Вот так у основания. Она разрезается ножичками, просто так чик. И получается такой хвостик, при помощи которого мы присоединяемся к предыдущему моточку. Я отсчитаю 22 петли и провяжу с вами один раппорт по ширине и в высоту. Два рядочки, лицевой ряд лицевыми петлями, базовый ряд и 16 рядов по схеме. С вами сейчас провяжу каждый ряд, а вы вот этот раппорт из 22 петель повторяете 3 раза в ширину. В самом конце вашего пледа с левой стороны будет изнаночная петля. Разворачиваем нитку, вот так, и провязываем ряд лицевыми петельками. Петлю рабочей нити протягиваем в эту лежащую на столе петлю, вот так. И так провязываем все 22 петли. Далее вяжем следующий, второй ряд, смотрим схему. Первая петля изнаночная. Условное обозначение, давайте я тоже вам оставлю ссылку на фотографию условных обозначений, чтобы вы их умели читать, вот эти иероглифы японские. В общем, вяжем первую петлю изнаночную. Кладем ниточку на плед перед работой, вот так. И провязываем изнаночную. Далее лицевая. Перекидываю назад и провязываю лицевую. Далее изнаночная снова. Лицевая. На схеме она скрещенная. Мы вяжем не скрещенную, а обычную. Далее 2 изнаночные. Раз и 2. Далее лицевая. Сейчас поправлю. Еще раз 2 изнаночные. Раз, 2. И лицевая. Считаем 1, 2, 3 лицевые и 1 крайняя. Возле кромочной 1 лицевая. Всего 4 лицевые должно быть. Далее провязываем 3 изнаночные в центре этого ромба. Раз, 2, 3. И с этой стороны все симметрично вяжем. Лицевую, 2 изнаночные. Раз, 2. Снова лицевая. Снова 2 изнаночные. Раз, 2. Лицевая, изнаночная и лицевая. Все, я закончила. А вы продолжаете вязать. После этой лицевой петли вы вяжете опять же сначала раппорт изнаночную,
лицевую, изнаночную, лицевую и так далее. Понимаете, да? Провязываете так все три раппорта и в конце вяжете одну изнаночную. Далее, третий ряд вяжем. Так, лицевая, далее изнаночная. Вот так. Далее, смотрите, нужно делать наклоны, вот эти линии формировать. Вот смотрите, что мы провязали с вами. Вот так вот, изнаночную, лицевую, и вот это все мы с вами провязали, кроме этой изнаночной. И видите, мы заложили как бы базу вот этих лицевых линий. Раз, два, три, раз, два, три. Три линии здесь, три линии здесь. И вот эти три линии, что справа, мы наклоняем сначала вправо, а эти влево. А потом... сюда влево, эти вправо. И формируется такой ромбик. Значит, продолжаем вязание третьего ряда. Лицевая у меня, далее изнаночная. Далее смотрите, вот эти лицевые петли, раз, раз, два, три, их мы наклоняем вправо. Значит, меняем местами лицевую петлю и изнаночную. Сначала мы провязываем вот эту следующую изнаночную, изнаночной. Вот я ее вяжу. Изнаночной, а эту лицевую я наклоняю в правую сторону, провязываю ее лицевой. Далее снова две изнаночные должно быть, раз. Где мы возьмем вторую изнаночную? А вот она, следующая после лицевой, мы ее берем и провязываем первую ее, а потом эту лицевую. Далее снова 2 изнаночные, раз изнаночная. Берем следующую изнаночную, вот она. И эту лицевую потом. Так, далее центральная петля, изнаночная одна. И с этой стороны вот эти три петли лицевые надо наклонить влево. Значит, соображаем, что сначала провязываем не изнаночную, а лицевую. Вот так, видите, наклонили ее влево. А потом вяжем изнаночную. Раз, два. Снова, смотрите, изнаночная, лицевая. Мы берем лицевую и вяжем сначала лицевую, а потом раз, два. Две изнаночные. И еще раз. Вот изнаночная, лицевая. Берем лицевую. И вяжу потом изнаночную. В конце остается изнаночная. Вяжу ее изнаночной. Лицевая, лицевой. И изнаночная, изнаночная. Третий ряд провязан. Я сказала, что третий ряд провязан. Но на схеме он первый. Давайте я пронумерую согласно схеме, так? В общем, мы провязали с вами первый ряд схемы. А далее, друзья, запомните вот такой момент. Всегда после ряда с перекрещиваниями петель, вот мы меняли местами изнаночную и лицевую, всегда после такого ряда следующий ряд вяжется по рисунку. То есть в схему можете не смотреть вообще, а знаете, что вяжем следующий ряд по рисунку. Это значит, что видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую. Все. Это очень легко запомнить. Пользуйтесь этой информацией и не смотрите в схему. Довяжите до конца. Вяжем следующий, третий ряд схемы. Первая лицевая. Далее изнаночная. И теперь вот эти линии мы наклоняем влево. Раз, два, три линии влево. Раз, два, три линии вправо. Что значит нужно сделать? Смотрите, изнаночная, лицевая. Меняем местами, наклоняя лицевую влево. Вот так. Вяжем первую лицевой. Лицевую вот эту вяжем лицевой. А изнаночную, изнаночную. Раз. Следующая, далее изнаночная. Получается две изнаночные после лицевой. Следующую наклоняем влево. После нее потом изнаночная. Раз и вторая, два. Эту также влево. Изнаночная. Раз. Далее центральная вот изнаночная. В центре румбана.
Теперь эти наклоняем вправо. Первая стоит лицевая, за ней изнаночная. Меняем их местами. Вяжем первой изнаночную, изнаночной. Вот так провязываю изнаночную, а далее лицевую. Перекрестили петли, видите, поменяли их местами. Далее изнаночная. И снова вот лицевая и изнаночная. Я меняю их местами. Вяжу сначала изнаночную, потом лицевую. Вот так. Далее то же самое. Изнаночная, лицевая. Вяжу лицевую. Потом изнаночную. И снова изнаночная. Лицевая. И довязываем ряд до конца. Тут вы уже сами понимаете, что вязать. Лицевая и изнаночная. И следующий, друзья, ряд. Четвертый. Как вы поняли, после того, как было перекрещивание петель в рядочке, нужно следующий ряд вязать по рисунку. Вяжем по рисунку, в схему не смотрим. Итак, провяжите, пожалуйста, до конца ряда. Следующий, пятый ряд. Продолжаем двигаться, так сказать, по инерции. Вот эти три линии наклоняем влево, вот эти три вправо. Первая петля у меня лицевая. У вас, если по всей ширине пледа, то будет изнаночная. Далее изнаночная, смотрите, вторая. Но мы меняем местами лицевую и изнаночную. И провязываем сначала лицевую, а потом уже изнаночную. Далее снова изнаночная. Так, смотрим, вот линию надо вести. Меняем местами лицевая, а потом изнаночная. Вот так. Далее изнаночная. Снова смотрите, изнаночная, лицевая. Меняем их местами. Лицевая, изнаночная. Друзья, если я вам очень быстро показываю, кажется, что быстро видео все говорю, то есть такая кнопочка внизу на экране, и там можно выбрать скорость воспроизведения. Будет побыстрее или помедленнее. Вы себе выберете удобную. Дальше смотрите, центральные петли ромба изнаночные. Вяжется по рисунку, тут ничего сложного, все изнаночными. Теперь эти наклоняем вправо. Смотрите, меняю местами изнаночную и лицевую вот так. И вяжу сначала изнаночную, потом лицевую. В центре получилось 5 изнаночных. Далее снова изнаночная. Изнаночная. Лицевая. Также, я думаю, вы заметили, что между лицевыми линиями всегда находятся 2 изнаночные петли. Раз, два. Далее лицевая. И последние петли лицевая и изнаночная. Следующий ряд, друзья, как нужно вязать? Правильно, по рисунку. Шестой ряд схемой. Провяжите, пожалуйста, его самостоятельно. Седьмой ряд, друзья. Продолжаем наклоны по инерции, как я говорю. Смотрите, у нас сразу вот в начале ряда у меня лицевая и лицевая. Меняем их местами. Первую провязываем вот эту петлю нашей линии, также лицевой. А следующую изнаночную. И так по рисунку. Опять же наклоняем линии. Снова изнаночная. Раз. Далее вторая изнаночная нужна. Два. Далее третья лицевая линия наша. Изнаночная. И погнали вязать вот эти изнаночные петли в центре ромба. Так, подошли к линиям, опять же меняем местами, изнаночную, лицевую, наклоняем эти линии вправо, вот так. И в этот раз в центре у нас получается 7 изнаночных петелек. Снова изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце ряда у нас остается, смотрите, 3 петли. Опять же, мы сначала провязываем вот эту среднюю, изнаночную. Далее линия
лицевое и последнее изнаночное. После ряда с перекрещиваниями, как обычно, вяжем ряд по рисунку. Теперь заметьте, вот этот ряд, друзья, который я сейчас вяжу по рисунку вместе с вами, это первый ряд из вот этой группы рядов. Вот эти ряды, которые вяжутся все одинаково. Вот он, самый сейчас первый мы провяжем. Далее после него нужно провязать, какой это будет, 6, 7, 8. Следующий будет 9, 10, 11 и 12. То есть, видите, вот 12 ряд это будет последний по рисунку. Сейчас мы по рисунку вяжем 8, вот этот. Вы довязываете его, и я вместе с вами. Далее также по рисунку вяжем 9, 10, 11 и 12. Вот эти ряды провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Очень просто все. Мы провязали с вами 12 рядов. То есть вот эту группу из 5 рядов, которые вяжутся по рисунку. И сейчас будем вязать вот этот 13 ряд схемы. И будем наклонять эти линии. Смотрите, раз, два, три эти линии влево, а с этой стороны вправо. Смотрите, у меня образец, и не видна вся картина, так как, например, на пледе. Я сейчас покажу вам плед, смотрите. Вот так получается, когда мы вяжем раппорт возле раппорта. Вот последняя петля раппорта, и вот первая изнаночная следующего раппорта. Видите? Вот такой получается стык на этом месте, где встречается раппорт с раппортом. Видите, здесь так, тоже такой ромбик вырисовывается и две линии. Итак, вяжем следующий ряд. И смотрите, в этом ряду нам нужно наклонить опять эту первую линию, поменяв местами с изнаночной. А изнаночную нужно провязать лицевой, чтобы линия дальше у нас сохранялась. Вот эта вертикальная. Вяжем далее, наклоняем вправо. Вот так, лицевая. Далее две изнаночные должна быть. Раз, два. Далее наклоняем эту право лицевая. Снова раз, два. Изнаночные две. Далее наклоняем эту лицевая. Далее в центре изнаночные, вот эти в центре ромба. И с этой стороны линии наклоняем в левую сторону. Сначала вяжем лицевую, а потом изнаночную. Вот так, лицевая, потом изнаночная. Снова изнаночная. Наклоняем лицевую линию влево. Далее вяжем изнаночную. Снова изнаночную. И здесь то же самое, наклоняем лицевую влево. Вот так. И заменяем эту линию, которую мы наклонили. Вяжем также лицевую. И последняя изнаночная с правой стороны пледа. Готово. Следующий ряд, так как в этом ряду было перекрещивание, значит следующий вяжем по рисунку. Изнаночная. Далее 2 лицевые. И так далее. По рисунку провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Вяжем 15 ряд. Опять наклоняем линии. Лицевая. Далее, смотрите, лицевую наклоняем. Значит, нужно провязать сначала изнаночную. Меняем их местами. Потом лицевую. Снова 2 изнаночные должно быть. Раз, два. Потом лицевая. Снова 2 изнаночные. Лицевая. Вот здесь в центре остается 3 изнаночные теперь в этом ряду. Раз, два, три. И здесь также линию наклоняем. Вяжем сначала лицевую, а потом изнаночную. Меняем их местами. Так. Далее довязываем ряд так же самое, по той же самой логике, друзья. Я думаю, вы уже все запомнили, все поняли. И далее 16 ряд вяжем по рисунку. Первый раппорт провязали, и под ним еще 2 ряда. И вот что у нас с вами получилось. Вот такая красота. Далее, смотрите, нам опять нужно продолжать наклонять линии по инерции. И мы вяжем снова, повторяя вот с первого ряда схемы. Видите, вот этот ряд,
Вот он здесь, 17, понимаете, да? То есть повторяете опять в высоту эти же 16 рядов. Таким образом, друзья, вы будете вязать до тех пор, повторяя вот эти рапорты, пока у вас не получится полноценных 4 ромбов. А сейчас я даже, кстати, не пойму, где у меня начало пледа, а где конец. То есть они настолько симметричны, видите, вот начало, наверное, вот это. Если это начало было, то это конец. Итак, смотрите, друзья, вот когда у вас будет готовый 4-й ромбик, вот 4-й ромбик, представляете, что он у вас готов. Нужно провязать точно такие же ряды в конце пледа, вот какие мы вязали в начале, точно такие же в конце. Значит, смотрите, вот вы довязали последний 16-й ряд, и в конце пледа нужно провязать, смотрите, что 17-й, 18-й, 19-й. То есть в 19 ряду мы начинаем опять наклоны делать в обратном направлении. 19 вот. И после 19 ряда мы провязываем вот этот второй базовый, потом первый базовый, то есть в обратном направлении. Поняли, да? И потом закрываем петли. Тут, я думаю, все понятно. Каждый ряд я уже показала вам, как вяжется. Просто провяжите вот так, в таком порядке, и все. Ну и останется закрыть петли нашего пледа. Что для этого нужно? Для этого нужно предпоследнюю петлю ввести в последнюю на том уголке пледа, где нету рабочей нитки. То есть рабочая нитка у меня с другой стороны. Вот так я ввожу и протягиваю. Снова две петли. Предпоследнюю ввожу в последнюю. Вот так. И вот так закрываю петли пледа. Разрежьте у основания несколько петель и спрячьте хвостик. Девчонки и мальчишки, делитесь этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше мам, бабушек связала такие пледы своим внучатам, деткам. Жду ваши фотографии, фотографию ваших работ, чтобы выставить их у себя в Инстаграм. Самые лучшие фотографии буду выставлять. И очень жду фотографию вот такого пледа в цвете амбре, из пряжи амбре. Вот этой плюшевой такой. Подписывайтесь на наш канал «Секреты вязания» от Арины Акман. На канале будет еще много всего интересного, даст Бог. Много лет жизни, надеюсь. Поэтому будем с вами вместе вязать много, красиво, качественно. Подписывайтесь также на мой Инстаграм. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы у вас всех был хороший иммунитет. А для этого нужно правильно питаться, не кушать вредную пищу, пить воду и спать. Вовремя ложиться, до 10 часов лучше всего. В общем, иммунитет держите в порядке, и будет у вас крепкое здоровье, не будете вы болеть никакими вирусами. Друзья, укрывайте своих малышей, когда будет прохладное лето или осень, зима. Жду вас всех на канале, приглашайте своих друзей. Всех обнимаю и до скорых встреч. Пока-пока!